В Южном Казахстане на базе национального парка Ахсу-Жабаглы создадут туристический городок. Об этом стало известно во время проведения международного туристического форума «Оңтүстіктуризм 2016». Местные власти сообщили, что уже есть инвесторы, которые скоро займутся его созданием. Сейчас проектируется инфраструктура. Ахсу-Жабаглы славится своей уникальной флорой и фауной. Многие места до сих пор не тронуты человеком. Перспективным направлением местные власти также называют развитие в регионе пляжного отдыха. Инвестор из Казахстана решил вложить 10 миллионов долларов в развитие водохранилища Шардара. Недалеко от берега построят зону отдыха. Сейчас погода позволяет купаться и не только летом. Стоит отметить, что ежегодно в Южно-Казахстанскую область приезжает больше миллиона туристов. Сегодня мы подпишем несколько меморандумов, в том числе меморандум по привлечению инвестиций в эти туристические зоны. Интерес есть со стороны как местных предпринимателей, так и иностранных. Поэтому Почему? Потому что туризм – это действительно перспективное направление, особенно в нашей области. Мы хотим реализовать на юге лечебно-оздоровительный проект и развивать туризм на Великом Шелковом пути. Он включает в себя Туркестан, минеральные воды Сыры-Агаша и атырарские горячие источники. Планируется построить гостиничные комплексы с высоким качеством обслуживания.